Здравствуйте всем. Это у нас вторая серия по моду, что у нас с модами. Суперфлат, плоский мир. Да. Вторая серия. На второй серии мы будем заниматься торговлей и размножением жителей. Будем заниматься. Если вы смотрели первую серию, то у нас включены экспериментальные фишки, которые доступны в версии 1.21, а у нас 1.20.6. В общем-то, нам нужно двух крестьян любых. Да, нам нужно двух любых крестьян и их размножить в определенном месте и в определенном месте и в определенном биоме, ребята. Вот. А насчет определенного биома у нас проблема, ребята, поскольку у нас все биомы тут одинаковые, то тут нет биомов, разных биомов у нас. Поскольку у нас тут нету биомов, предлагаю, так сказать, создать биом специально под запись, чтобы вы видели, как оно создается, чтобы вы видели, что я это самое, как его называется, это честный игрок, в общем-то. Чего? Кто? Кто? Что это было? Ёпарасотейка, здравствуйте. Здравствуйте, так. В общем-то, я предлагаю, знаете, что сделать, ребята? Шо сделать? Вот так вот, берем. Потом мы с вами берем вот это. Да. Крафтим. И строим. Я не знаю, где будем строиться. Давайте надо где-то так, чтобы оно было бы рядом. Рядом, но недалеко, кстати, от города. Чтобы мы могли патрулировать все это. Значит, я выключу пока что вот это вот, чтобы было вам удобнее видеть. Значит, сначала мы с вами определимся. F3G нажмем. Я сказал F3G. Вот. F3G, да, окей. Значит, смотрим. Границы биомов. Предлагаю вам, значит, строить 4... предлагаю строить... Вот. Значит, вот тут вот конец у нас. Вот, смотрите, значит, раз. Раз, подождите, раз. Два. Предлагаю 2 на 2 чанка строить каждый биом. Вот. Так. Значит. Вот. Это у нас... как его называется-то? Это, да, это раз, два, да, это два у нас, ага, и сюда два надо построить, смотрите, значит, раз и, правильно? Правильно, раз, два, все правильно, вот. Так. И здесь, ребята. Так, минуточку. Блин. У меня полный инвентарь хлама. Так. Так. На чем мы остановились-то? А, да, мы на биомах остановились. Все правильно, ой. Смотрите,
Вот. Значит, тут у нас конец биома, значит, то есть чанка, значит, раз чанк, это второй чанк. Вот во втором чанке вот тут вот столбик, и тут у нас вот это вот стоит. И тут у нас стоит вот. Вот. Ровно 2 на 2 чанка. Ага. Слушай, мы можем 3 на 3 сделать. Подожди. Карта. Я хочу просто посмотреть. Раз. 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 Ага. Так, раз, раз, раз-то. Водолаз. Блин. Слушайте, а... А если нам нужно будет еще? Ребята, я не знаю. А если нам нужно будет еще? Если что, это было фрикам. Так. Ну, ладно, давай, если потребуется еще, то мы еще построим тогда. Подождите, вот в новом обновлении, то есть, которое будет 1.21, значит, сейчас я, ребята, Discord открою. Значит, ребята, просто я с головы не помню, что там надо было, какие что биомы. Смотрите, ребята, Desert. Эффективность 3 продается. Так, в плантах продается Protection. Protection 3 продается в плант. Биом Plants. Подожди, а у нас какой-то биом F3? Не говоришь, что это Plants? Блин, у нас уже Plants и есть. Он везде тут у нас Plants. Окей. Тогда Silk Touch в Snow биоме. В снежном биоме, кстати. Ментинг продается в болоте. В тайге продается Fortune. Но Fortune нам не нужен пока что. Fire Aspect, блин. Нам нужна эффективность. Desert. Кстати, Desert. Fire Protection, шипы Infinity. Ебануться, ребята. На лук Infinity поставить. Это вообще было бы четко. Давайте в дезерт биом создадим здесь. Давайте тогда пустыню создадим. Знаете, для этого мне нужно будет немножко, ребята. Так, подожди. Social. Social. Нет. Social, social. Нет, не то. Подожди, где это было? Сеттинг. И даже я не знаю, где оно делается это. Кстати, я вот это вот не могу использовать, ребята. Видите? Это я не могу использовать, потому что... Окей. 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 А вот теперь я могу. Я потом выключу еще что, ребята. Я только под запись, смотрите. Вот, значит, так. Slash. Fill. Biome. Вот это вот. И идем в ту сторону. Идем в эту сторону. И нам нужно что? Правильно, нам нужен дезерт. 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 Вот. Значит, мы выключаем. Оп, выключили. Вот. Теперь это у нас... Теперь это у нас пустыня. Да, чего? Не понял я. Plants. Подожди, я сейчас не понимаю, это desert или plants? Подожди, или он автомат... Desert, desert. Подожди, plants. Подожди, а почему он... Я сейчас не понимаю. Подожди, ведь я заполнил. Ага. Подожди.
Подожди, что-то я сейчас не понимаю. Тут должна быть пустыня. Везде. Все четыре чанка должны быть пустыней. Так. F3. Подожди, почему он F3? Plant. Тут desert. Desert. Plant. Я не понимаю, почему тут он desert, а тут у нас desert. 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 Plants. Или оно заполняется снизу вверх, оно заполняется. Подождите. Или я неправильно выполнил. Подождите, я что-то неправильно сделал, да? Подождите. Сейчас, минутку. Пожи. Вот. Слэш. Фил. Фил, вот так вот. Наверное, надо именно с самого низу до самого верха просто. До самого верха. То есть вот да вот тут вот. Окей, только не минус 61, а... Пожалуйста, какая максимальная высота? Подожди, я забыл, какая максимальная высота в Майнкрафте теперь? Триста вот чего? Так, это New 1.20 апдейт игры равняется 320. Триста восемьдесят три? Почему 383? А, я могу 500 поставить в высоту? Триста двадцать. Уёб твою! Хаски! 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 Аккуратно! Хаск! Хаск! У нас песок появился, ребята! У нас песок появился! Подожди, надо поспать. Иначе меня это самое начнут это мочить зомбаки. Подожди, а что по адвансментам? Серьезно? А, я забыл! Я еще вот этот мод поставил. Подожди. По идее здесь, подожди, подожди, да не надо звонить, забодал ты меня. Все, отстань. Подожди, вот тут вот. Так, 320, подожди. Ну да, 320.
Desert. Out of the position on the world. Как? Подожди, тут ведь... подожди, не говори, что тебе... Plants. Какой plants? Почему здесь половина plant, а половина desert? Ёпарасте лук. Здравствуйте, вот и лук пригодится, ребята. Наконец-то лук нам нужен. Подожди. А почему он не заполняется? Ага. А почему не работает? Как он должен работать-то? Как позиции вне позиции мира? Максимальная. Серьезно? Не говори, что мне по чанкам придется. Не говори, что мне надо по чанкам это самое. Блин, мне по чанкам придется теперь. Чего? Ты чё, дурак? Ты кто такой? Стоять! Я даже знаю, кто это был. Я тут не один, ребята, в этом мире. Ладно, допустим, давайте по чанкам, хорошо, ладно. Ладно, давайте по чанкам тогда. Окей. Нет. Я неправильно, кстати, сделал. Надо с самого низа. Да ладно, херабрин стоит. И пилледжеры. Вы что, сегодня все сговорились? И херабрин, и пилледжеры. Да ёпарас, да идите в баню. И Эдгар звонит мне. Да вы... Сегодня что-то вообще... подождите, 320, правильно? 320. Ой. 320. Угу. Десерт. Чего? Да вы издеваетесь, пожалуй, я в 3G. Пацаны, вы что забыли здесь? О, бутылочка этого Бэтвумана. Да-да-да. Чего?
Да ё-моё! Меня чуть-чуть сейчас не замочили. Пошли, а почему он... Слушай, почему тут нету этого самого F3G? Ой, не, не F3. Почему здесь Plants? Скажите, пожалуйста, почему здесь Plants? А вместо дезерта. То есть половина дезерта, половина плентов. Пожди, ладно, допустим-то. А, окей. Давайте проверим. Если я смогу просто заполнить дезертом слэш. Чего? Так, вот так вот я смогу сделать. Подожди, раз, два, сейчас, три, четыре блока. Вот так вот. Я смогу так вот сделать. Вот, теперь он дезерт, правильно? Подожди, теперь он полностью дезерт все. Подожди. Теперь он полностью дезерт, подожди. Почему plants? Дезерт. Дезерт. Вот, теперь он полностью дезерт. Вот, отлично, ребята, все. Выключаем F3. Все, теперь он полностью... Ой, дезерт у нас. Теперь у нас есть дезерт. Биом. Подожди. Сейчас, подожди, F3G сначала сделаем. Еще проверим. Так, это где это у нас конец? Вот этого вот. Здесь у нас конец находится. Вот. Угу. С этой биома вот... вот наш. Ага. Так. Ага. А как это сделать-то? Так. Подожди, надо... Так, вот тут у нас. Угу. Так. Ну да, вот тут вот у нас. Так. Чего? А как он присоединился? Алло, F3G. Пожалуйста, а как он присоединился, если у меня... если у меня разные... Как ты присоединился? Как он присоединился, если у меня моды стоят другие? Как ты? Ты не херабрин. Блин, ты не херабрин, ведь. Нет, ты не херабрин. Но тут херабрин тусовался, я помню. Ладно, я в Дискорд зайду. Так. Где-то. Здравствуйте. Что ты хочешь? Кстати, берегись, тут ходит этот самый белоглазый человек ходит. Да я пока что... Да он у меня недавно ходил тут. Бегал, это самое. Белоглазый человек. Нет, у меня не белые глаза. У меня черненькие. Видишь, у меня черненькие. Я весь оранжевенький. Так. Так, там голем. Ой, не голем. Да, там голем. Тусуется. Пошли, кстати, я могу... Надо отредактировать. Сейчас, минутку, мод. Отредактировать. Я быстро отредактирую мод.
Паша, как он назывался этот? Сейчас. Сейчас, я позабыл. Команду я забыл, как называется. Сейчас. Блин, ребята, я это самое, а вот он. Сейчас. Копировать. Так. Сейчас. Подожди. Мне надо язык поменять. Сейчас. И вопрос. Эдгар, как ты присоединился? Так. У меня ведь моды стояли. Так. Когда я в первый раз пытался, я видел, какие моды надо ставить, и я поставил. Часто незначительно, редко, не часто. Часто. Часто пусть будет. Начало появления. Так, слежка. Следующая страница. Поджигание домов не надо нам. Так, вылет нет. Конечно, достижение надо. Не, вот это не буду давать им контроль, обойдется. Все. Во! Хе-хе-хе. Вот теперь будет веселее играть, ребята. Вот теперь намного веселее станет играть. Теперь он будет... Мы теперь будем не одни, это самое, в этом мире тусоваться. Пожди, мне нужно продать гнилую плоть. Мне нужно за бабки продать... пойду продам кое-что. Ты чё, дурак? Дурак, он в меня швырнул. Пожди, ну тут этого самого хера, блин, нету. Хер. Чего? Житель. Тьфу ты, не пугай меня. Я уже испугался, он... Я уже начинаю это самое... Как его? Я везде вижу херабрина, везде. Начинаю видеть. Херабрина, так. Херабрин, так, минутку. Так. Что я хотел делать? А. Подожди, у меня же еще сундуки. Блин. Сундуки еще надо поставить. Так. Песок. Вот это. Это какого уровня? Третьего? Окей, ладно, пофиг. Так, мне нужно... Так. Кости мне нужны будут. Это... Да, кости мне нужны. Кстати, мы будем из костей строить. Давай. Давай мы будем из костей строить. Так. Так, выкинем нафиг. Мне нужно вот это. Так. Так, пум-пум-пум, боже, мне надо... Мне нужен камень опять. Пойду. Эдгар, кстати, спасибо тебе огромное, что ты поставил булыжник, ферму булыги. Кстати, он пригодится нам. Так. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Подожди, а у нас что, дерева больше нету? Серьезно, у нас дерево закончилось. Прикол.
Он тут еще доступен? Кто? Булыга фарм булыга. Булыги фермы, да, доступны. Ты, я думал, ты про кого доступна? Надя, Надя доступна тоже. Даже мне у нас надо так, что... Я тут поставил это самый забор, если что. Я знаю. А, так. Вижу забор. Чего? Почему мне достижение это вышло? А. Кстати, Эдгар, я поставил то, что ты хотел. Да, я видел. Так что вперед, Эдгар, из песни. А я пока что буду заниматься ерундой. Кстати, ты можешь... Если ты разбогатеешь, то можешь мне броню сделать с этого, как его называется-то, с этого. Хумер. Чего? Это ты видел достижение? Да, что это было? Так. Я тебе говорю, что за нами наблюдает. За нами этот самый наблюдает. Пожди, это F3. Тут Desert, правильно? Пожди, ведь тут Desert, правильно? Дезерт везде. Пожди, а тут не дезерт уже, тут плэнс. А, ну потому что тут граница, все. Хорошо, ладно. Тут у нас дезерт, правильно? Чего? Пожди, а... Пожди, а где именно мне кончается? Пожди, тут дезерт у нас. Вот на этом, правильно? Тут дезерт, тут уже плэнс идет. Тут чего? Почему тут дезерт тоже? Что-то не понимаю. Плэнс. Плэнс. Тут у нас плэнс. Чего? Да я тебя найду! F3. И высушу. Did you add the data part for that one? Какой датапак? Это не датапак, это мод. Да? Да-да. Как зовут этот мод? From the... Чё я говорю? From the... Ну да, он называется From the... А, ну да, From the Fog. Всё, правильно. From the Fog. Я не вижу его тут. Есть он From the Fog. Так мне нужно теперь двух жителей как-то сюда заманить. Оу, я его не скачал. Ну ты даешь это. Скачать, да? Не, ну если ты хочешь. Потому мне это advancement так не глючит. А, все глючит, но ну тогда надо. Да, тогда надо. Эдгар, и что твой там, это самый друг хотел? Тот друг. Не хочу
поиграли в Майнкрафт, еще поиграли этого. Грег, как Грег? Ты видел, что я играл? А, понятно. Ну, понятно. Так, мне уже кровать. Боже, мне уже кровать мне нужны. Я еще на Твиче стримлю. Сейчас? Да. Ой, тогда я материться не буду. Да. Тогда я... Тогда я не буду... Блин. By the way... Там слышал, значит, что я не материрую, и уже слышали. Потому когда ты присоединился, звонок я уже стримил. Не, я не в этом смысле материться. Просто материться буду. Я про другой материться. Надя, да? Нет, я не про Надю. Ну помнишь, Эдгар, если ты не знаешь, то помнишь, как я тебя называю, Эдгар? Я понял. Потому что тебя забанят за это в Твиче. Потому что кто-нибудь пожалуется на тебя. Вот эти вот. Радужные. И тебя забанят, Эдгар. И все, Эдгар. И все, Эдгар, и Эдгар, прощай. Прощай, Твич. Так. Мне нужно еще одного дурачка. Так, мне нужен один дурачок, который будет... Сейчас мне нужен один дурачок, новенький. Вот ты идешь за мной. Так, этих я дурачков забираю с собой. Так, этих два дурачка идут за мной. О, подожди, что там, Хаск? Не говори, что там Хаск тусуется. Блин, у меня стрелы закончились. Пацаны, у меня стрелы закончились. Подожди, сейчас. А, это не Хаск. Это зомби простой. Подожди, он мне есть сейчас. 300 грамм водки. И... Блин. Так, мне нужно... Чего? 300 граммов воски и тебе по морду. Да, по морде мне. Конечно, это же. Давай. Я щетка такая. Давай, Эдгар. Оп. Опа, тихо, еще один пришел, тихо. Опа-на, копер, медные, так, гравий, железо. Так, яйцо, порох продает. За 32 продает! Ебануться, Эдгар! Серьезно? Он темплейты продает! Темплейты? Кто темплейты продает? Короче, Эдгар, тащи свою задницу, бери бабло и тащи сюда. Бабло находится в сундуках около дома. Какое бабло надо? Изумруды. Сила 5, воспламенение. Башка дракона надо, блин, тут дороговато, это, конечно, бесконечное откидывание. Ебануться, хотя бы сейчас по одной бы купить. Сейчас надо по одной купить, вот это вот. Опа, диск, кстати, продает он. Ну, я не знаю. Но вот это вот темплейты надо купить у него. Купи по одной темплейт. Так, подожди, F3. Это биом какой у нас? Дезерт. Подожди, F3G. Ага.
Значит, раз, два, три, четыре. Угу. Так, окей. Значит, четыре. Купил темплейт. Да, молодец. Так, пей, надо мне ему, пожалуйста, покушать. Покушать надо. Хлебушек кинем ему. Опа, хлебушек подобрал. Подожди, F3G. Эдгар, ты... F3. Эдгар, ты ничего не понял? Почему у меня там жители тусуются в той стране? Ну? А ты ничего не понял, не, Эдгар? Нет. Почему? Почему? Серьезно, Эдгар, не понял даже, почему там жители тусуются в той стране? Ферма? Нет, не ферма. Подожди, так кто у нас там тусуется, пожалуйста? О, кстати, надо собрать вот это вот и покормить их. Надо покормить их. Так. А ты не... Ты на траву не обратил внимания, Эдгар? А, другой байом. Окей, там эти самые тусуются, кстати, там тусуются хаски еще. Там еще хаски тусуются. Ёб твою. Так, это тебе? Ага. Вот. Так, кровать у них есть. Подожди, сколько кровати тут? Раз, два, три, четыре кровати. Четыре кровати, окей. Подожди, ты кто у нас? Оружейник. Блин, надо мне факел. За факелами сбегать срочно. Мне надо срочно за факелами сбегать. Блин, мне надо за факелами сбегать. Да. Хватит пугать. Так. Зачем я делаю? Так, мне нужно факела. Ты знаешь, тут паука пытается атаковать. Так. Пожалуйста, ты куда положил этот самый темплейты? Посмотри, что. О, отлично. Спасибо. Так, теперь я положу их сюда. Вот так вот. Пусть лежат. В ценных ресурсах. Пожи. Теперь надо... Блин, зачем я шел? Пожи, зачем я шел? Блин, я шел за... Пожди, я шел сейчас зачем? За факелами я шел. За столбами я шел. Факела и столбы мне нужны. Вместо столбов я могу использовать вот это еще. Нет, не могу использовать. А, кстати, я хотел еще профессию убрать. Какую-то. Да, я так, могу гравий. Гравий? Посмотри, так. Что у меня есть, что я могу скрафтить сейчас. Бонхук я могу скрафтить. О, кстати, вот эта вот штуковина хорошая. Это хорошая штуковина, кстати, Эдгар. С этой штуковины можно... так, лаву. Кстати, лава. Подожди, а сколько там было? У нас 7 штучек. Подожди, 7 штук. Можем, конечно... подожди, у нас железо. Сейчас.
Железо. Так. Блин. Я не могу. Надо ж... Слишком много дел надо сделать. И просто не успеваю. Так, это надо посеять. Так, это надо пережарить. Срочно. Так. Блин, мне еще надо. Так, так, так. Подожди, у нас только что... А, вот, подожди, 8 штук уже есть. Ебануться, ребята. Минутку, надо срочно... блин, палки мне нужны, срочно. Палки, 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 палки. Блин, мне надо палки срочно. Иначе пипец будет. Все, сейчас. Короче, надо быстрее бежать в этот самый... сейчас. Так. Все, я побежал. В ту сторону. Мне надо срочно это самое, как его. Так. Поспать? Нет, не поспать. Да, ты можешь поспать, да. Я про другой, Эдгар. Пожди. А, стоп, а где жители все? Подожди, а почему... Этот, почему он... А почему он... Подожди, ведь тут F3. Тут дезерт ведь. Дезерт. Ну да, тут дезерт. Хм. Странно, но тут ведь дезерт. Он должен быть в дезерт. В этом самом. Он должен быть в дезерт. В дезерт. По идее, он должен быть в дезерт этим. Хм, странно. Ну ладно, подождем. Ладно, подождем, пока... Окей. Странно. Погнали. Очень. Подожди, тогда я пока что посмотрю уровень освещения. Подожди, light overlay. Подожди, почему мне light overlay не работает теперь? Подожди, это не то. Гамма. Подожди, это гамма. Это лайт... Где? А, я понял, почему не работает. Потому что у меня выключено... Все, я понял, почему не работает. Потому что у меня вот это вот выключено. Все. Дурачок я, ребята. Родион, тут еще плейнт есть. Тут немножко плейнт есть. Тут есть плейн байом. Немножко. Ты видишь здесь вот это? Я здесь копиум плейнс, окей. Может быть, это интересно, и парень какую арту считал в опыте. Капец, это нации тапки, нации тапки, блин. Капец, это стой, бля. Так, сейчас мы его это... Подожди, пускай он зайдет, кстати. Пускай этот дядька зайдет в город. Сейчас, минутку, мне надо кое-что еще сделать. Здесь. Поставить этот флаг, хотел сказать. Вот это поставить. Я забыл, что мне это открыто. Подожди, где он? Стоп, куда он Стоп, где... А, вот, вот. А, он вдоль границы пошел, F3. Сейчас мы дыру сделаем здесь. Сейчас он должен зайти. Так, он заходит, окей. Извини, я случайно забыл закрыть. Ой, вот это вот не надо ставить тут рядом. Да. Так. Так, оп. Вот этого дурачка надо... Оп. Да, ты идешь, дурак. Идем со мной. Ага. Мне надо дурачка одного обратно вернуть теперь. Подожди, я хочу узнать, как его лить. На носом? Под носом? Под носом лить.
Все, я... Все, дурачков я вернул обратно. Ага. Так, теперь у нас тут три дурачка. Зачем ты стоишь тут? Угу. Ну, допустим-то, а где... Е-е-е-е! И яблоки. У меня теперь яблоки. Дофига яблок. Я замочил торговца. Да пусть, пускай пусть стоит вот так вот. Пускай будут тут два этих дядьки. Надеюсь, потом... Подожди. Мне их надо покормить еще. Блин, надо покормить этих дядек. Блин, сколько забот у меня, ребята. Я просто не успеваю просто заняться своими делами. Просто и тех покорми, и тех охраняй. Теперь их надо охранять еще. Ёпарасы-то просто, столько дел. Просто, подожди, поохраняй, минутку. Я загоню, кстати. Подожди, у нас тут есть свободные эти... Не носатый, а еще есть свободный. Вот. Все, я вот этих вот два забираю с собой. Так, холодильник я... Так, два холодильника я с собой забираю. Идемся со мной. Так, два холодильника за мной идет. Так. Так, холодильники, да идемте за мной, холодильники. Будете охранять меня. Так, я дурак. Будете охранять меня. Так, минутку. Идемте. Да. Вот, все правильно, иди сюда, вот так. Вот. Все, охраняйте. Вот, идите охраняйте этих жителей. Все, я засунул их. Значит, покормить их надо, во-первых. Носатых. Так, носатых надо покормить. Так, все. Теперь они будут, блин. Блин. Короче, надо этого носатого убирать отсюда. Так, этого носатого надо убирать. Потому что кровать освобождать надо. Значит, так. Все, пускай тусуется в этой стороне. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Так надо закрывать за собой это самое. Иначе будет не очень хорошо. Да двигайся куда-нибудь. Вот. Окей. Так, это у нас этот самый биом дезерт. У нас тут. Вот. Блин. Я буду обратно. Блин, чё, а почему? Да, это позиция. Чё? F3. Plants. Plants. Почему plants? Тут у нас desert. Ой, F3. Наскриншотил я.
хлопаешь. By the way, who is watching my stream right now? Не думай, я твой стрим сейчас не смотрю. Так, значит, подожди, где проход? Вот проход. Обратно. Так. Так. О, пожди, их, они, блин, я знаю почему, блин. Вот почему. Все, я понял почему. А, блин. А почему? Я понял, F3. Plants. 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 Desert, desert. Блин. Во, просто F3. Так, придется еще одного носатого. Вставай, мелкий. Идем за мной. О, это фоши. Это хорошо. Это Нэша можешь зачаровать сейчас. Тоже. Так. Оп, закрываем. Да ты... Нет! I'm going to sleep, I'm going to sleep, kill some mobs. Fire show устроили тут. Так, минус. Еще один минус. А, у меня полный инвентарь опять. Так. Блин, полный инвентарь хлама. Значит. Ща. Так, еда. 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 Па-па-па-па-па. Это не... Окей, это сюда. Еда. Так, дерево. А, планты. Сейчас надо продать мне это самое. Окей, сейчас быстро продадим. Надеюсь, у нас никто не будет кидать бутылочкой там самым зелькой. Подожди. А вот ты где? Во! Замечательно. Так, изумруды. Сюда суем. Подожди. А что у нас? А где все изумруды? Я не понял это.
tikai paskatījos, tas atsakās. Kaut vienu lietu gribēju paskatīt, bet labi, tikai paskatīt. Так, дерево это таблички. Таблички. Значит, сортир. Опа. Так. Сортировка у нас. Так, тут у нас плант. Здесь дерево. Здесь у нас еда. Так, тут у нас ничего пока что. Да, тут у нас пока что ничего. Так, сейчас, так, изумруды, сейчас надо, так, надо заняться сортировкой. Так, подожди, я там двоих, кажется, где-то я тут оставил двоих жителей. Двух малышей где-то я оставил тут. А где они? А, вот они где. Ага. Сейчас. Давай, проходи в город. Давай, иди обратно в город. Молодец. Вы нам нужны будете. Подожди, тут еще один должен быть где-то. Блин, я еще одного потерял. Так, надо найти срочно. Где-то еще один должен быть. Так, эти размер... Они просто стоят? Подожди. Кстати, мы можем спокойно Храбрина, кстати, увидеть. О, я Храбрина вижу! Здравствуйте, а я вас вижу! И лошара стоит! Он за тобой наблюдает, Эдгар! Он за тобой наблюдает! Где он сейчас? Кстати, а я сейчас за тобой наблюдаю, и я знаю, ты где находишься. Сейчас ты около меня находишься. Ты сейчас побежал к печке. Ты сейчас около, знаешь, чего? Около колодца сейчас ты. Ты сейчас около дома. Ты сейчас около церкви стоишь этой. И сейчас около голема пробежал. Я вижу, что ты делаешь. Открыл забор, калитку, то есть. И сейчас бежишь к этому самому. Я вижу, что ты делаешь. Подожди, я сейчас ищу этого самого малыша. Подожди, а где малыш? Подожди, а где малыш? Я не понял. Посмотри меня! Ты сказал, что наблюдаешь меня. А где малыш? Я не понял. А где он? Ты за дом... А, вот ты где! Я вижу тебя. А, вот, я нашел малыша. Пожди, теперь его надо найти в этом самом. Пожди, надо покушать надо. Сначала. Покушать надо. Блин. Покушать-то, покушать. Минутку. Открывай ворота. Открой ворота. Я вижу, где ты. Я вижу, вижу, Эдгар. Вон тут. Антон. Он там. Спугался? Да. Он как зомби. Да, я знаю. Я уже привык. Давай, заходи, мелкий. Все, наконец-то, теперь все дома. Ура, у нас теперь все дома. Ага. Теперь все в городе у нас. Так. Теперь я могу наконец-то заняться сортировкой. Наконец-то я могу заняться сортировкой и... Подожди, 7 этих. Сейчас. Нет, Эдгар, я тебе гравий верну сейчас.
Где ты? На, кусок гравия. Нет, тут лучше не ставить. Иначе будет плохо. Плохо все закончится, ребята. Строительный материал закончился у меня. Такс, теперь мне нужна лава. Лава, 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 лава. Где лава? Две штучки. Это... одна штучка. И все? Так, две штучки. Так, две штуки только, да? Два бакета лавы, это маловато. Беспорядок. Блин, какой у нас беспорядок. Нам нужна лава. Так, тут у нас раз, два, три ведра. Ага, три ведра. Вот когда надо лава, хрен ее найдешь, я извиняюсь, что я ругаюсь опять нецензурно, потому что, серьезно, мне нужно много лавы. Ага. Я в базальтном дельтах нахожусь. В данный момент. Тут должно... О, ну наконец-то лава. Наконец-то, ребята, лава. Ура. Так. Вон, наконец-то, сейчас потихонечку начинает все капать. Так. Нам надо сбегать за лавой еще. Потому что я углем не собираюсь топиться. Пускай нубы топятся углем. Я богатый человек, я могу себе лаву. Это самое.
Так, у меня хлебушек есть. Да, правда, я хлебушек кушаю. Ну что поделать, ребята? Трудные времена живем пока что. А пока что мы с вами не богатые. Не настолько богатые, чтобы это самое золотое кушать. Ой. Чего? А где я? А почему я здесь? А, я понял, почему я здесь. Все, я понял. Я понял. Это потом мне нужно будет. Надо бы шелковое касание еще купить. А. Пошли. Так. Полублоков у нас нету, да? Так. Кто это был? Я не знаю. Может быть, Херабрин. Может быть. Может быть. А может быть и нет. Я не знаю. Я вообще сейчас занимаюсь своим делом. Кстати, я вообще на него не отвлекаюсь. Серьезно, Эдгар. Просто занимайся своим делом и все. Он просто тут ради это самое. Он просто это, как его называется-то. А, сейчас. Просто, как его называется-то. Есть и есть он, и все. Во, шикарно. Во. Так, одно ведро уже накапало лавы. Ау. Я вообще это совсем получил. Так, окей. Так, еще одно ведро. Ух ты ж. Мне просто сейчас интересно, а оно... Подожди, а у тебя размножились хотя бы как-то? Подожди, почему они не... О! Они размножились! У нас есть житель! 10 житель, Эдгар! Такой, который нужно? У меня есть 10 житель! Ебануться! 10! Короче, теперь можно одного, сейчас, минутку, кто это из этих, кто это, дурачок из этих, вот этого носатого можно убирать сразу же, возвращать обратно, потому что он нам больше не нужен. Все. Пускай теперь они размножаются, вот эти. Все, ебанулся, Эдгар. Так. Так, это я сделал. Так, с этим я потом разберусь. Редстоун. Кстати, спасибо, кстати, Эдгар. Да, редстоун — это хорошая вещь. Правда, мы можем ведьм мочить. Ну ладно. Так. Пум-пум-пум, подожди. Что я хочу положить сюда? Железо. Подожди. Окей, надо, так, надо подписать. Подожди. Так, tools. Wait. Так, надо это самое, порядок навести в сундуках. Так, дерево. Так, так, дерево, 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 пошли. Так, дерево, дерево.
Дерево. Дерево. Блин, блин. Это надо в туз положить что-то. Это в туз положить, а это пережарить надо. Ой, не пережарить, а пере... Да. Сейчас. Рассортируем все это. Дерево, дерево, дерево. 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 Пум-пум-пум. Ну, это у нас костяные блоки. Окей. Это у нас бон. Окей. Специально будем бон-блок один оставить. Все кости будем отдельно ложить. Так. Если надо срочно что-то вырастить, то нам вот как раз то, что нам нужно, ребята. Будем бон-блоки использовать. Если надо что-то вырастить. По фиксиму. По-быстрому. Так. Блин, вот это проблема. Что это проблема? Опять у тебя? Да, мы и 100 не можем получить. Подожди. Эпогром, подожди, алло? Ой. Что? Кого мы не можем получить? Стал. Пожалуйста, зачем нам соль? Этот материал мы можем по-другому получить. Сейчас. Я хочу еще Брайан получить. Брайана. Это человек, который с солем и ватером. Брайан. И из него может сделать что? Панчук. Вулен, Брайан. Костный блок, пожди. Костные блоки. Так, тут больше ничего нету, да? Вот это, да? Так, вот это забираем. Да, больше ничего тут нету. Ага. Так, костные блоки. Кстати, мы можем из них что-нибудь делать. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Камень. Окей. Что? Ау. Окей. Так. Так, нужно еще дерево, 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 дерево. Ага. Мангровые деревья. Окей, ладно. Хрен с ним. Пускай в расход мангровые деревья тоже. Пофиг. Подожди, тут надо проверить, это самоосвещение какое у нас. Блин, с освещением проблема у нас тут. Так. Пум-пум-пум. Блин. Так, теперь надо все это раз. Так, это продать. Тоже все продать. Ой, это не надо продавать. Ага. Картошка продать. Что там надо было? Морковку продать всю. Да, морковку всю продать. Так, свеклу можно покормить жителей. Пожалуйста, а кто это? Как они... Чего? Как они сюда попали? Я не понял.
Не понял. Так, тут этот самый тусуется. А, так. Покормить. Его надо. Так, тебя покормить тоже. Пускай размножаются. Да, спасибо, Эдгар. Так. Я очень бомблю. Потому что я очень сильно, это самое, очень сильно занят. Я. У меня тут... Подожди, чё? Почему он... Подожди, почему он... Подожди. Тут еще один фермер. Подожди. Морковка, пшеница, нет. Чего? Так, стоп, я сейчас не понимаю. Я сейчас не понимаю даже. Фермер. Так. Подожди, это плант. Плант. Ой. Плант. Плент. Так, растение. Да, пускай это тоже. Окей. Так, допустим-то. Сейчас надо понять. Подожди, почему он работает здесь? Я не понял, почему он работает? Какие яблоки? Сейчас я не понимаю, почему он яблоки продает-то? Подмастерье. Подожди, почему он продает только яблоки? Подожди, посмотри, Эдгар, что он продает тебе? Яблоки, да. Он тут такой не должно быть. Такое не должно быть. Надеюсь, ты ничего не видел. Не, он ничего не видел. Он ничего не видел, ребята. А, так. Угу. Мне нужно тулс. Так, мне нужно тулс. С чего? Где? Тут где-то торгаш был. Вот ты где. Надо посмотреть, что он продает. Так. Диски. Терракота. Так, золото, увеличенное золото, яблоки. Так,
Эдгар, ты сейчас не поверишь, что я нашел. Я только что, ты джекпот выиграл, пацан. Эдгар, спасибо, что ты это самое. Так. Я понял. Так. Так. Опа. Чего, один изумруд? Прямо за один изумруд, да? Блин, невыгодно. Блин. Один изумруд за 32 булыки, это долго. Долго фармить это сам булыку придется. Вот, чтобы 3 изумруда себе нафармить, слишком долго придется это самое фармить. Ладно, я и то быстрее на гнилой плоти заработаю, чем на это самое, на булыге. Так, вот этого дядьку забираем и... Блин, этого дядьку забираем и ведем через весь этот самый... Сюда вот его ведем. Он должен здесь работать. Да. Он будет вот тут вот работать. Да, вот. Пускай он и работает вот здесь вот. Здесь пускай работает. Так. Так, 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 минутку, что нам нужно? Стоп, откуда у тебя туф? Пошли, откуда у меня туф в кармане? Ты забыл, я крафтил из этого пебблана. Ты бил тоже туф. Из пебблов? Нет, сначала я туф пебл. Парни, мне просто интересно, они тут... О, вырос! Он вырос. Так, он вырос. Так, 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 так. Надо ему картошку кинуть. На картошину. Кушай. Дружище. Да ты что ты... Картоху не поднимаешь? Вот картоха тебе. Во. Давайте размножайтесь. Я отвернусь, Даша. Типа отвернусь. А на самом деле буду подглядывать... За ними, как они тут занимаются. Давайте, друг друга шпарьте. У меня получилось, Эдгар. У меня получилось. Что ты получил? У меня теперь 2 дезерт жителя. Так, теперь его выселяем с этого города. Теперь ты не работаешь здесь больше. Все, он больше там не работает. Мы его уволили. Он больше... Don't work... не работает. Так, минутку, надо все это... Давайте мы все это сделаем. Так вот. Вот, все. Кстати, надо что-то сделать. Минутку, надо что-то сделать. Кстати, мы можем, знаешь, что сделать? Блин. Это надо за водой сгонять мне срочно. Пошли, надо за водой сгонять. Чтоб они сами размножались. Давай я стак посажу. Мне нужно что? Мне нужно ведро.
все занято славой. Так, за кто тут деревом топится? За долбоеб. Зачем углем топишься? У нас слава есть. Я поставлю тот углем, который я получил из тыка. Зачем ты углем топишься, дурачок? Понимаешь, уголь нам пригодится для другого, Эдгар. Понимаешь, Эдгар? Нам уголь... Раз, два, три. Нужен для другого. Нам уголь нужен для этого самого. Для факелов. Потому что я пока что не знаю, чем топиться. Можно освещать. Пока что. Пока что у нас шелкового касания нету. Мы могли этим самым, как его называть это... Выращивать грибы эти. Глюциногенные. Ну ладно. Незерские. Так. Пошли. Ёпарас, у тебя полный инвентарь, да? Нет, так. Ёпарас, это. Пошли. А, я хотел этот самый, да. Я хотел это построить, точно. Я уже что-то уже начинаю тупить. Сейчас. Сейчас мы поставим здесь. Где-то тут было освещение это. Вот оно. Так. Сейчас. Мне нужно этот. Мотыга мне нужна. Мотыга, мотыга, мотыга. Блин, куда мотыгу я делал? Лопата. Эти сам кирки. Лопата. Пожи. Так. Так. Две кирки. Две лопаты. Так. Вопрос, где кирка? А вот она. Ё-моё, я кирку нашел. Не просто. Полный инвентарь у нас. Это самое. Так. Так, мне нужно житель, который будет размножать. Так, это на... мотыги что взял. Да, я мотыгу взял. Мне уже водичка. Водичка. И нужно мне вот это. Значит. Делать. Потому что я не хочу, чтобы они это самое. Я... Пускай они сами себя размножают сами. Я уже надоело мне им это самое еду таскать. Пускай сами лучше размножаются. Когда дождь будет, это хорошо. Я знаю, потому что он это самое. За хлебушек. О, морковка за хлебушек. Морковка за хлебушек он продает. Угу. Так. Морковка у нас есть? Есть морковка. Пошли, у нас в этом самом есть? У нас в этом. Морковка. Да, у нас тут даже морковка есть. О, отлично, продадим всю морковку ему. Пойдем продадим. Пожалуйста, зачем мне нужен был десерт? Подожди. Так. О, опа. Здравствуйте. Пора, на, бери. Яблоки можешь покупать у него. А, допустим. Так, теперь он
выращивает эти самые, как его называется-то. Угу. Давай мы ему еще. Я не знаю, насколько далеко можно ему. Насколько можно. Пожди, чего? Картофель? Зачем ты картоху сажаешь? Нет, никакой картофели. Так, ты успокойся с картошкой. Да ёпарасто, он картоху сажает. Ай, ладно, пофиг. Ой. Короче, пофиг. На, малыш, картоху. Во, малыш картоху поднял. Да тут один фермер должен быть. Чего? Почему? Почему поменялся? Тыквен и... Почему? А что случилось? Хм, странно. Что-то с торговлей не так, ну ладно. А, ладно. Такс. Будем теперь мы... подожди, нам... Так, минутку, изумруды. А, я понял, почему он так. Так, изумруды. Это Hero Brain делает. Не. Так, дирт. Подожди, дирт. Дирт, дирт. Дирт. Песок. Песок, песок. Угу. Так. Так, значит, песок. Окей, и дирт. Так. Это что у нас? Даст. Допустим, так. Угу. Так. Да ёпарасто, я разгружаю, а Эдгар засоряет весь этот самый чефир своими этими самыми пеблами. Да ёбаю, и здесь пеблы! Ты да забодал ты везде свои пеблы ложить! Гондон ты! Штопанный! Я не знал, что пебл был на звене. Так. Mm-hmm.
Посмотреть, что он тут продает. Опа, тут торговец приперся только что, я слышал его, кажется. Блин, тут надо поставить моб лут. Отдельно поставить весь. Ариан. Помоги. Так. Камень. Так, это сюда. Так, это надо планты. Блин, дерево. Плант. Еда. Так, чернит, порох. Так. Камень. Блин, забыл. Так, а что у нас? Так, что он продает? Диски, фигня. Копер. Ну такой себе. Что случилось? Я не знаю. Я ничего не делал. Я знаю. Это самое тут вообще занят. Я вообще другим занят. Так. Так. Так, дерево. Нет, дерево. Так, что у нас тут? Ага. Ладно, пока что сюда положим. Золото. Ты можешь свои пеблы, я не знаю, куда-нибудь засунуть в жопу себе. Поближе поставить сундук своими пеблами. Ой. Да ёб твою. Уберись ты. Дурацкая это. Я уже ничего не ложу часто. Я красный вижу, кто мне стал. Вот, вот, тогда забери свои пеблы отсюда нахер. И не беси меня, Эдгар. Okay. Я это псих. Почему?
По качану и по кочерышке, так. Вот. Так, значит. Сейчас. Минутку. Плант, пошли. А, плант. Дерево. Все, погнали. Потому что я сейчас мне нужно рассортировать, пошли, гунпоутер. Гунпоутер. Ух ты, ганпаутер. Кстати, ганпаутер надо будет отдельно сортировать. Так, ганпаутер. Его много довольно. Значит. Мне надо. Так, ганпаутер сюда. Ганпаутер. Где у нас лава? Вот тут. Так, гунпаутер я сюда положу. Так. I need iron trapdoor. Почему тут ничего нету? А, я понял, почему там ничего нету. Сейчас. Блин, молодец я, кстати. Так. Так. Так, подожди. В тулсах нету, да? В тулсах. Ладно. Где я могу поставить, что мне надо? Так что я здесь поставлю, потом я тут скрафтил. Дерево, дерево. Так. А, окей. Там не было ничего. Так, ганпаутер здесь забираем. Ганпаутер. Так, ганпаутер сюда должен есть. Ты чего идёшь? Так, броня это, оружие. Так, а, вот оно было где. Ага. Так, это в разное можно положить, кстати, вот это вот. Так, вот это. Забираем. Вот это все. Вот. Один сундук я освободил, наконец-то. Наконец-то минус один сундук, ребята. Ура! Так. Так. Так, стрелы. Так, меч. Так, оружие. Моплут. Моплут. Так, это в тулсы положим сюда. В тулсы камень. В камень броня. Вот арм. Броня. Разная. Вот это вот положим пока что. Так, давайте. Моплут. Сюда. Угу. Моплут. Это в куда положим? Это в дефрон положим. Вот это. Броню положим в. В армор положим. Конную броню пока что. Это в дефрон положим. Это в. Нет, не в моплут. Где-то было. Куда я положил-то? Чего? Ганпаутер. Наконец-то!
Броня. Броня. Это. Опять! И здесь пеблы! Когда я раньше смотрел, я не видел их тут. Потому что ты все. Потому что у нас сундуки засраные! Я серьезно говорю, у нас такой бардак. Фут, блин. Фут. Ладно, кости я сюда пока положу. Так. На плант. Ой, ну да. Нет, не сюда. Сюда надо. Окей, что это? Оружие. Он тебе следит. Так вот, а, так. Да мне вообще похрен, кто за кем следит. Я сейчас вообще другим занимаюсь. У меня тут это. У меня тут этот, как его называется? Да. Челлендж. Окей. Так, тут у нас. Этот спайдер, этот не спайдер, а эти каким-то. Сейчас минутку. Так, минутку, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Окей, семь штучек. Значит, дирт положим сюда, дирт, моб лут сюда. Тебе мне нужно дерево, много дерева. Блин, тут дерево мне нужно, дофига дерева. Погнали за деревом рубить. Вырубать деревья. Самое главное, это надо не забывать обратно садить деревья. Потому что вырубить мы можем быстро. А вот... Да, спасибо, Эдгар, кстати. Ты очень... Вот теперь ты это самое. Просто, Эдгар, короче, тут надо кровать построить рядышком. Чтобы туда-сюда не гонять. Кстати, Эдгар. Я ближе к себе поспал, потому мне надо кровать получить. Окей. Дерево. Так, положим вот это сюда. Окей. Наконец-то! Минус сундуки! Наконец-то! Слава яйцам, изумруд, ребята! Наконец-то мы это... То есть я сделал это, наконец-то! Во! Во! Наконец-то у нас теперь нормальный склад есть. У меня есть нормальный склад. У Эдгара нету нормального склада. Так что он стоит здесь? О! Серьезно, за уголь? За уголь? Я не заметил. Слушай, сейчас.
сейчас я тебя найду. Короче, где он? Сейчас, за уголь он продает. Конечно, я тебя куплю все. Вот, я у него купил за уголь. Этот, как его называется-то? Зачем мне уголь 5 угля? Я только что 56 угля. Это самое. Так, мой плут. Окей, different. Окей, дерево. Так, мне надо с собой таскать топор. Да, я с собой топор буду таскать обязательно. Короче, я буду с собой... три алмаза я получил. Блин, с собой бакет с водой тоже таскать. Так. У нас корова куда-то есть? Вот именно я сейчас с коровами... А зачем тебе коровы? Потому я хочу немножко умножать его. И книги получить. Эдгар, вот именно нам нужно коровы, кстати. Я вот этим хотел заняться. Хотел, но нам нужно вот именно коровы тоже. Кстати, их надо в загон тут будет построить им. Какой-нибудь загончик маленький. Чтоб они были бы здесь рядышком тоже. Блин, жалко, что тут дерево у нас-то вот такое вот. Я даже не знаю, через сколько он вернется. Как его? Это торгаш, который носатый с ламами торгаш. Он где? Что? Okay. Не говори, что с ламами торгаш сейчас появился где-то. Так, минутку. Плант. Да не. Сука узнал, что мы можем. Так. Так, мне нужно... Так, минутку, сейчас я... Так, мне нужна еда. Еда. Сюда положить. Tools. Вот, кстати, мы сейчас... да, у нас два этих есть. Значит, сейчас. Оп. Сейчас, идем. Мне надо сейчас плыть снова. Так, где Надя? О, идет он! Бежит, я вижу! Херабрин бежит! Бежит, херабрин! Так, значит. Так, идем. Так, две Нади. Так, Надя, две Нади идет за мной. Так, Надя идет за мной. Так. Кстати, Эдгар, а Надя нормальной ориентации? Эдгар. Раз, два, три. Подожди. Раз, два, три. Блин. Да мы можем... Ладно, пускай будет четыре тут. Раз, два, три, четыре. Ё-моё. Раз, два, три, четыре. Допустим, пускай. Раз, два, три, четыре. А что ты молчишь, Эдгар? Эдгар сразу замолчал. Потому я думаю. А вдруг она это... Ну... Так. Фу. Так, две Нади у нас есть тут. За забором сидят. Так надо где их размножить. Торгаш? Где это маленький торгаш? Откуда я знаю, где маленький торгаш? Я за ним не слежу. Я просто сейчас очень занятый. Просто человек. У меня... Да ёпрасоте. Кстати, Эдгар, книги мы можем в другом месте получить, Эдгар. Где? Где? В пи! Найденный. Звезде найденный. Я даже уже знаю, где можно получить.
Ну а я сейчас только размножу еще только Надю. Размножу. Не понял. Ну, где-то мопнет. Так, мопнет. Так, я Надю размножил. Так. Понятно, я понял. Так. Где локации? Откуда я знаю, где все твои локации? А ты куда идешь, Эдгар? Зачем тебе? Ёпарасоте! Вот сейчас мне спасло... Ёбануться. Эдка, ты сейчас не поверишь, что меня спасло. Кас. Мне нитки сейчас спасли. Эдгар, нам нужны книги, правильно? У меня их есть. У меня их много, книг. Поделись хомом, если у тебя есть хом. Удалить. Создать. Хом. Хом. Чат. Так, а где это у нас? Моплут. Тулс. Книги. А где у меня есть полублоки, да. А, да, я помню этот город. Так. Кафедра. Вообще, что ты тут у меня продаешь? Смотри. Эдгар, ты подожди, ты где сейчас? Понимаешь, зачем ты идешь туда покупать, Эдгар? Потому что у нас... Я вообще забрал одну вещь. Потому что у нас тут тоже plants. Я вообще катедру хотел. Окей, значит, book, paper. Так. Так. Так, книжки. Так, изумруды. Сейчас, пойду посмотрю. Ой, надо поспать идти. Сейчас. Надо поспать.